Всем привет, друзья! С вами снова Александр. В ассортименте First Buggy, первая коляска в магазине, появился такой бренд, как Tutis. Моделька у нас называется Zippy. Это у нас новая обновленная колясочка. И, признаюсь честно, немножечко предвзятое отношение у меня было к бренду вообще, в принципе, Zippy. Но, на самом деле, не обоснованно, просто вот почему-то мне не сильно заходили модельки, которые на улице вот чаще всего видишь. Вот такие коротенькие, цветные, там, яркие, вот такие наляпистые немножко. Но вот то, что я вижу сейчас, это совершенно другой уровень, совершенно другое качество исполнения. Я очень приятно удивлен. Вот, мне понравилось. Сразу вначале скажу вам, мне понравилась колясочка. И я честно, не смог до чего-то конкретного взять и докопаться. Ну, не знаю, в общем, ладно, давайте ее изучим. Комплектация 2 в 1. По традиции, кстати, давайте технические характеристики, комплектацию посмотрим. Из таких вот нюансов, 6 месяцев гарантию производитель дает. Ни год, ни 2, ни 3, именно 6 месяцев. Но в целом, если с коляской что-то обычно происходит, это происходит в первое время эксплуатации. Если уже все окей, она будет ездить при должном уходе, если вы смазываете, чистите, это все забыли, все будет хорошо. Вес у нас с люлькой 13 кг, с сиденьем прогулочным 12,5 кг. Из таких хороших плюсов в прогулочном блоке 95 градусов у нас сидит ребенок, 170 лежит. Покажу тоже. С рождения до 3 лет, колесная база 63 сантиметра. И максимальный вес ребенка 15 килограмм. И еще здесь реально очень неплохая комплектация. Махровый чехол на матрасик, москитные сетки, дождевик, сумка вот для мамы, причем очень качественная сумочка. И подстаканник еще в комплекте. В общем, по большому счету, зима, если конкретная, можно просто хороший меховой там из овчины конвертик докупить. И все, и горе знать не будете. В общем, изучаем, начинаем с вами осмотр с люльки. Козырек у люльки здоровенный, дополнительная секция, очень удобная ручка для транспортировки, все в эко-коже, не натуральная кожа, эко-кожа, не путайте. Вот, ну, в смысле, эко-кожа тоже хорошо. В Мерседесе в первых комплектациях тоже эко-кожа, это я так. И на ручке, и вот здесь транспортировочная ручка, тоже все в эко-коже. У нас также есть в козырьке возможность вот это все. Сейчас, секунду, где замочек. Открываем, увеличиваем еще на секцию, видите. И это прям вообще. Ну, единственное, имейте в виду зимой, ну, никак вы это не используете, потому что здесь у нас москитка. Это у нас летом, солнышко, там еще что-то. Вот. Также у нас и здесь идет хорошая накидка. Накидка реально с такой фишкой, которой не хватает в колясках за 100 тысяч, за 150, вот мелочь. Если закрываем полностью бортик, чтобы нам зимой не дуло, да, здесь очень хорошо борт закрывается, нам не видно ребенка. С таким окошечком мы его прекрасно видим. Это здесь не просто дырка, это закрыто пленкой, пленка толстая. В общем, в этом плане вот эта вот накидочка, это просто находка. Вот смотрите, реально красота. Вот, сама она плотная, естественно, мягкая, непродуваемая, все хорошо. Так, что касается самой люльки. Люлька здесь здоровая, большая люлечка, с возможностью у нас немножечко в полусидячее положение приводить ребеночка. Здесь, кстати, смотрите, регулируется козырек нажатием одной кнопки. Не две сразу нужно нажимать и толкать. Взяли, нажали и опускали. Как по мне, отличная система. Вот у нас эта спинка, которую можно поднимать, чтобы посадить ребенка. Матрасик. Матрасик, мне кажется, немножко тонковат. Я бы хотел матрасик чуть потолще. Ну, в принципе, по большому счету, это чисто такое. Во многих колясках просто он толще, я к этому привык. Но он мягенько, все равно нормально. Материалы очень качественные. Все обито, сделано. Обивка, в общем, не придраться. Так, смотрите. Сейчас закрою, еще покажу вам один момент в люльке, который мне не понравился на самом деле. Так, снимаем, тут красные кнопочки, и поднимаем. Здесь на основании нет никаких ножек, просто вот эко-кожа, ну еще и эко-кожа. Ну положил на асфальт, чуть дернул, поцарапается, порвется, ну не знаю. Можно было бы сделать здесь несчастных 4 пластиковые ножечки, и претензий бы не было вообще в принципе.
В общем, с люлькой все, закончили. Люлька, ну что там про нее расскажешь? Люлька и люлька, все классно. Дальше смотрим прогулочный блок с вами. Прогулочного блока идет вот такая вот огромная, большая накидка на ножки с бортиком. И, не знаю, ребенок, в общем, здесь по самые глаза, по самый нос закрыт. Накидка прям тоже замечательная. Сам блок ставим, он реверсивный и по ходу, и против хода движения устанавливается. Все, поставили. Вот, собственно, сам прогулочный блок. Он действительно очень-очень большой. Давайте я его сейчас попробую вам чуть ближе показать. Вот, собственно, блок. Посмотрите. Те же самые классные материалы, что и в люлечке. Вот такой матрасик у нас идет в комплекте. Она просто огромных размеров, реально очень большая. И я не знаю, тут даже очень-очень такой пухляшочек поместится. Можно матрасик убрать, здесь тоже мягко. Ну, с матрасиком еще, правда, помягче. Вот, собственно, место тут навалом. Как по мне, блок у них получился, ну, действительно классный. Так, кнопочка, да, я и забыл. Вот, ну, в общем, все 5 баллов ставлю за блок, потому что он очень-очень крупный и вместительный. Вот, собственно, прогулочный блок, да, да, все, отличный блок, вообще без вопросов, крупный, вместительный. Что касается козырька, козырек тут тоже не подвел, он большой. Также у нас есть возможность добавить секцию. Система та же, что и в люльке, у нас здесь москитка. Вот смотрим на его 170 градусов. Все, нормально лежим, поднимаем подножку. Все, места много. Вот вам такой мини-диванчик получается. Так, что касается 95 градусов, вот. Ну да, не 90, но 95 это очень-очень уже хорошо. Собственно, что касается безопасности, давайте разберемся. Пятиточные ремни, на паховой зоне тоже есть мягкие накладки, все нормально. Бампер у нас такой очень большой, толстенный, с перемычкой. Ребенок у вас не выскользнет, если не пристегнут. Все хорошо. Так, где-то тут была кнопочка вот снизу. И мы можем вот так, как калиточка, его отодвинуть. Как по мне, отлично. Подножка, она тоже в эко-коже. Вот, честно говоря, подножку всю из эко-кожи бы я не делал, потому что зацарапается она. Как ни крути, в конце концов, в подошве камушек застрял острый. Ребенок залез, надорвал, и все это теряет внешний вид. Здесь бы я делал пластик с отверстиями, со сливными дырочками, когда мокрые ботинки, чтобы это все вытекало. Ну, это так, чисто мое личное мнение. Зиппи так не считают они в Тутисе своем. В общем, блок у нас, как по мне, получился нормальный. Теперь давайте с вами изучим раму. Давайте я сейчас сниму прогулочный блок, чтобы нам раму было видно лучше. Убираем стороночку. Так, рама. Рама у нас металлическая, естественно. Надувные, не надувные, здесь колеса. Колеса здесь у нас резиновые, и резина очень-очень мягкая. Действительно мягкая, я даже не ожидал. Обычно, когда просто резина, она более плотная. Тут мягенькая, замечательная резина. Передние колеса, естественно, с возможностью блокировки. Ну, куда без этого. Все хорошо. Амортизация. Это вот просто самая лучшая, наверное, амортизация, которая только есть. Здесь есть амортизация внизу пружины, и вот здесь дополнительная амортизация. У нее ход просто огромный, причем не нужно прям давить, чтобы она продавилась. Вот пальчиком просто давлю, и, соответственно, она работает. Комфортно ребенку будет точно. Тормоз у нас. Нажимаем сверху оба раза, и ход очень-очень легкий. Просто так прям прикоснулись, и он отскакивает. Тоже хорошо. Что касается багажника, давайте сумку уберу, чтобы видно было лучше. Багажник тут у нас тоже нормальных больших размеров. Вот, багажник тут приличный, я надеюсь, вам видно хорошо. И он закрывается, поэтому ваши вещи посторонние люди видеть не будут. Комплектация частично, то, что я вам озвучивал, лежит здесь.
тут у нас на скидочке дождевики, подстаканник, о котором я говорил, он вот здесь вот сбоку одевается. Вот посчитайте все, что я назвал в комплектации, отдельно покупая, ну тысяч на 5 минимум получится. Один подстаканник где-то 1200 стоит. В общем, имейте в виду, выгодно. Вот, ну и сумка такая моднявая, хорошая сумка, мне нравится. Так, что касается ручки. Ручка у нас регулируется. Диапазон тут наиширочайший. Вот, 186 мой рост. Поэтому, вот смотрите, вот как мне, ну, из-за ее большого диапазона регулировки, любой, даже очень невысокий родитель может себе, и это ему будет удобно. Даже если двое детей уже старше, ему опустили, он катает вашего младшего ребенка. Красота, красота. Теперь давайте посмотрим на нее в сложном виде. Здесь вот у нас сверху кнопки и рычажочки. Нажимаем и опускаем. Все, вот такая вот у нас маленькая рама. И еще интересный, приятный момент. Если, например, мы берем прогулочный блок, его можно даже не снимать, оставить его в положении по ходу движения, и у нас он сложится вместе с блоком. Это приятный бонус. Вот, собственно, как это получается. Я считаю, это для такой полноразмерной большой коляски, это здорово, когда блок умещается нормально сложенной рамой. Так, раскладываем обратно. Все, красота. Вот, как по мне, колясочка действительно удачная. И из минусов, то, что я вам назвал уже, вот, даже не знаю, вот то, что ножек нету снизу на люльке, мне вот честно, вот прям, ну, не нравится. Она по-любому ставится где-то вот и поцарапается, потеряем немножечко. И тонковат матрасик. Вот это такие основные моменты, на которые вот я бы обратил внимание. Но среди всех ее плюсов эти минусы фигня. На самом деле с этим можно жить и не париться. Здесь все для комфорта ребенка. Здесь все сделано, чтобы ему было хорошо, чтобы он был закрыт. Плавность хода это можно назвать, ну, не то что прям эталонная, но одна из самых лучших, что я видел. Поэтому претензий у меня как таковых нет к этой коляске в целом. Тем более прайс у нее вообще адекватный. Ссылочка на первую коляску в описании. Пройдите, посмотрите. Там же точные размеры, все характеристики, все тоже там есть. Ну, из минусов 6-месячная гарантия тоже. Обычно бывает больше. Вот, ну и, собственно, все. Если обзор вам был полезен, интересен, вы для себя что-то интересное подчеркнули в этом обзоре, ставьте тогда свой царский лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик, чтобы уведомления о новых обзорах выходили, если вы ищете для себя коляску, или автокресло, там, манеж, что угодно. На канале много такой информации есть. Вот. Ну, а вам хочу пожелать хорошего выбора детских товаров для ваших детей. И всего доброго. До свидания.